небольшой. Кто любит меня, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Просто так, я люблю, говорит, Бога. А если не соблюдаем заповеди, то как это? Я умоляю, умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Иоанна 14 глава. Везде нужны нам дела, а не уверение на словах, потому что говорить и обещать всякому легко, а сделать не так легко. К чему я это сказал? А к тому, что теперь много людей, которые говорят, что они боятся Бога и любят Его, а делами показывают противное. Но Бог требует любви, являемой в делах. Потому-то и ученикам говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Так как Он сказал: «Если чего попросите, Я то сделаю». То чтобы не подумали они, что довольно только просить, Он присовокупил: «Если любите Меня, то есть в этом случае сотворю». А как ученики, услышав «Я к Отцу иду», естественно, пришли в смущение, то Он говорит, что любовь состоит не в этом, не настоящем смущении, а в повиновении словам Его. «Я дал вам заповеди, чтобы вы любили друг друга, чтобы вы также поступали друг с другом, как Я поступал с вами». Любовь в том и состоит, чтобы исполнить это и подражать тому, кого любим. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Опять речь приспособительная. Так как ученики еще не знали Его, и потому, естественно, сильно желали быть вместе с Ним, слышать Его речи, видеть Его во плоти, и ни в чем не находили для себя утешения, скорбя о Его отшествии, то что Он говорит? «И умолю Отца, и даст вам другого утешителя», то есть иного, такого же, как Я. Когда Он очистил их жертвою, тогда и не сошел Дух Святой. А почему Он не пришел в то время, когда Христос был с ними? Потому что не была еще принесена жертва. Когда уже и грех был истреблен, и апостолы, получив повеление идти на опасности, готовились к борьбе, тогда надлежало прийти тому, кто укрепляет на подвиге. Для чего же Дух приходит не тотчас по воскресенье, а для того, чтобы апостолы сильнее возжелали Его и приняли с большей любовью. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.